Так, привет всем, ребят. Давно не виделись, я давно не выпускал видео свои, потому как улетал в другой город. Ну вот, решил начать обзор с прибывшей посылки с Китая. Заказал я себе удочку для поплавка маховая, вроде бы, да. Быстрая доставка там, 50 рублей накинул, и в итоге получилась она за 14 дней пришла. Ну что, распечатал. Такая упакованная, интересно. Там, походу, такие мягкие колбаски. На ощущение так. Ладно, давайте вот так вот ее открываем. А, нет. Ха, нифига себе. Такая вот фигня, воздухом надутая. Интересно. А я ножом цепанул, вот две штуки сдулось. Прикольно. Китайцы. Такой упаковки я, конечно, еще не видел. Просто начал упаковка воздухом, пакет надут, вообще классная фигня. Ха. Молодцы. Так, ну и вот сама удочка. Ну, типа это фирма, я так понял. А это сам магазин, с которым я заказывал. Тут еще на русском написано. Ценю ваш заказ, желаю вам счастливой рыбалки. Прикольно. Вот удочка сама. 4,50. Честно говоря, я думал, будет больше. Но... ну, не длиной, а в объеме. Такая маленькая, капец. Но самое главное, чтобы качественная была, правильно? Ну, не знаю, по материалу вообще классно тут. Крышечка такая. Вот все склады. Блин, прикольно, слышите? Хм. Вот это такая мягкая. Тряпки. Тряпченые. Так. Дальше что? Вот такая вот заглушка, я так понимаю, да? Ну да, заглушечка. То есть отсюда у нас вылазит. Вообще кайфовая. Вообще. Сейчас я ее разложу. Блин. Ха. Нифига себе. Ребят, вообще нормально сейчас. Put your snap back on it, get it on the floor.
Ну, вот я, в общем, ее сложил. Назад заглушку прикрутить. Рисунка. Сложил я ее назад. Ну, здесь вот такое. Так. И там у нас еще что-то есть. Ну, как я помню, дополнительные вершинки. Бонуса никакого продавец не положил. Ну и ладно. Когда товар хороший, ничего лишнего не надо, мне кажется. Да, еще раз, два, три склада дополнительно. Ну, это сама вершинка, самая тонкая, которая. Я не знаю, но они такие же вроде бы, я имею в виду, мягче. Блин, ну классно, я вам все езжу, вообще прикольно. Удочка такая интересная, легкая. В этом, когда она была в пакете, она вообще казалась легкой. В посылке написано, что ее вес 183 грамма. Я думаю, сначала, что за шняга там пришла мне? Такая мелкая. Я думаю, может, плетеночка какая-то. Я тоже заказывал. Прихожу, нет. Нифига, дает мне посылку. Видно сразу, что это удочка была. По объему. Не, класс, класс, я доволен. А, ну и самое главное, как всегда, я говорю по цене сколько. Я ее взял на Алиэкспрессе. Да, вроде бы на Алиэкспрессе. Да, да. Не Панда, вот, Алиэкспресс. Взял за... Вышла она мне 700 рублей. Сама удочка вроде бы 700 и доставка там около 80-50 рублей. Ну, чтобы быстрее было. Другой службой. Я просто думал, перед отлетом она мне придет, но ничего у меня не получилось. В итоге я улетел в Красноярск. Вот прилетел, и она сразу мне уведомление пришло. Не, класс, я доволен. Все, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Всем пока.